Сегодня в Татарстане выхаживают отравившихся и выясняют причины случившегося. 39 учащихся Казанбашской школы Арского района были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор и Минобрнауки начали проверки. Возбуждено уголовное дело. Разделить казанских дольщиков на две категории – остро нуждающихся и дольщиков-инвесторов – предложили сегодня в столичной мэрии. Сейчас 13% квартир в сданных проблемных домах заселены. В прошлом году в Казани удалось застроить 5 домов. Первая олимпийская медаль Татарстана. Фигуристка Евгения Тарасова завоевала серебро в составе российской сборной в командных соревнованиях. В паре с Владимиром Морозовым Евгения одержала убедительную победу в короткой программе парного катания.